Объем промышленного производства в Каркаралинском районе вырос в 2,5 раза. Такие данные были представлены акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову во время его визита в регион. На руднике Коктасжал, близ поселка Теректы, трудится порядка 500 человек. Здесь добывают медь, содержащую руду, из которой на комбинате компании «Алтай Полиметаллы» получают концентрат. За 4 месяца года произведено 1200 тонн на сумму около 500 миллионов тенге. Горно-обогатительный комплекс корпорации «Казахмыс» является градообразующим для поселка Карагайлы. В этом году планируется серьезная модернизация, которая существенно увеличит объемы производства. Всего с начала года промышленные предприятия Каркаралинского района произвели продукции на 3 миллиарда тенге. Но не только промышленное производство успешно развивается в Каркаралинском районе. В малом и среднем бизнесе заняты более 3000 человек. С начала года появились 4 новых крестьянских хозяйств. Около 50 человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. У нас ведется большая работа по развитию бизнеса и трудоустройству жителей. Поэтому всегда готовы оказать помощь предпринимателям. Запланированные на 4 месяца 2017 года выполнены на 100%. Работает в районе цех по производству полуфабрикатов. Предприятие «Балкантау» производит около 600 килограммов продукции в день. Сырье берут у местных фермеров. Продукцию «Балкантау» жители Караганды уже скоро смогут купить в социальных павильонах. Для того, чтобы обеспечить рост экономики, мы должны развивать бизнес. Мы видим, что в районе для его развития есть все возможности, привлекаются инвестиции. Сделано, конечно, много, но впереди еще больше работы. Не остается без внимания и туристический потенциал Каркаралинского региона. Сегодня здесь 26 туристических объектов. В разгар сезона они принимают более 2500 отдыхающих. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.